Ух ты! Привет! Мы на канале Амир Твой. И сегодня у нас опыты с молоком. Да, сегодня у нас цветные опыты с молоком и пищевыми красителями. Итак, для проведения опыта нам потребуется молоко обычное коровье, но обязательно жирное, обезжиренное не подойдет. Жидкое моющее средство, мы взяли обычное фейри, перелили его немножечко в тарелочку. Пищевые красители и ватные палочки. Бери молоко и выливай его в тарелочку, аккуратно. Так, теперь бери пищевые красители по одному. Кость, сначала синий возьмешь? Да, мой любимый. И капай одну капельку. Оп, как-то она так у нас получилась, не разбежалась. Так, еще побольше накапай в разных местах. Так, ну теперь бери другие красители и капай их также в разных местах. Вот такая у нас красота уже получилась. А теперь бери ватную палочку. Смачивай его кончик в моющем средстве. Нет, в моющем средстве. А вот это? Да. Это хватит, чуть-чуть немножечко. Пусть течет. Так, и ставь ее в середине какой-нибудь капельки. Ух ты! Вот это здорово! Вот это класс! Зеленый! Да, у нас получился зеленый цвет. Ого, зеленый развод! Опа, пополз, пополз! Смотри, смотри, смотри! Зеленый! И оранжевый! Оранжевый там где? Был. Смотрите! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты! Вот это красота! Так, у нас попытка номер 3. Мы наливаем красителя побольше, 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 побольше. Чтобы разводы у нас были поярче. Красный у нас какой-то, что-то совсем темный получается. Так, ну и добавим синий, пожалуй. Оп, оп, оп. Вот такой вот коротенький цветной эксперимент у нас сегодня получился. Надеемся, вам понравилось. Если понравилось, то... ставь лайк и подписывайся на канал Амир ТВ. Пока-пока! Пока-пока! Всех целуем!